Почти сутки без воды. В Барнауле продолжают устранять коммунальные аварии, которые произошли еще накануне вечером. Без воды до сих пор остаются больше 10 многоэтажек, детский сад и 6 административных зданий. Напомним, из-за повреждения на водопроводе затопило сразу 3 улицы. Вторую Строительную, Островского и Профинтерна. Порывы удалось локализовать, но до сих пор ведутся работы по устранению повреждений. Без воды остаются 15 многоэтажек, детский сад и 6 административных зданий. Росводоканал осуществляет подвоз воды по заявкам жителей. Устранить аварию и восстановить водоснабжение коммунальщики планируют в конце сегодняшнего дня.